Привет, друг! У меня есть пара минут, чтобы рассказать о главных новостях популярной культуры на сегодня. Поехали! PlayStation анонсировали полное издание одного из главных хитов этого года. Horizon Zero Dawn, укомплектованное дополнением The Frozen Wilds, объявится в продаже 6 декабря. Конечно, довольно хило для прямо-таки полного издания, хочется верить, что впереди нас ждут еще DLC. Но тем не менее, если ты все еще не знаком с игрой, будет хорошим приобретением. И да, ты только посмотри на этот бокс-арт, он же великолепен! Тим Кейн, один из авторов оригинальной Fallout, в недавнем интервью рассказал, что уже более 20 лет держит в голове, какой должна быть следующая игра в серии. Он знает всех персонажей, время и место действия, ключевые события, сюжетные повороты, в общем, все. Но уверен, что никогда не реализует свою задумку. Более того, он еще и не хочет рассказывать подробностей. Хоть я и не одобряю таких методов, но мне кажется, стоит насесть на твиттер этого парня и как следует поклянчить у него хотя бы каких-нибудь деталей. Забавно, но до недавнего времени я, например, жил и даже не думал о том, что мне нужна игра по очень странным делам. А теперь вот, залипаю в эту мобильную адаптацию в духе старой Зельды. Игра уже доступна в App Store и Google Play абсолютно бесплатно и без дополнительных внутриигровых покупок. Ни дня без новостей про Battlegrounds. На этот раз она накалила и без того непростые отношения между Xbox и PlayStation. Недавно появились слухи, что в связи с интересом Sony к королевской битве, Microsoft начали бороться за продление консольной эксклюзивности PUBG. Если верить неназванным источникам, игра будет оставаться только на Xbox до середины следующего года, но сами майки комментировать это отказались. Valve, видимо, испугались падения интереса аудитории к Dota 2 и решили прислушаться к ней. В новом обновлении наконец-то докрутили матчмейкинг, и боты с бустерами автоматически будут идти лесом. И немного про киберспорт. 28% опрошенных хотят видеть его в списке олимпийских дисциплин, при этом 53% считают, что это вообще спорт. Больше интересной статистики по ссылке в описании. На сегодня все, ставь лайк, подписывайся, заходи на konobu.ru. Меня зовут Джонни Кола, и до встречи на том же самом сайте.